представляємо у європейському містечку центру благодійних та громадських проєктів України діяльність фонду братів Кличків. У нашому павільйоні представлені усі наші проєкти. Це і ті, які покликані популяризувати здоровий спосіб життя, і ті, які популяризують здоровий спосіб мислення. Хто перший? Дети, по одному! Так, по одному, по большому! Готовы к нашему замечательному дню! Все, расстреляли меня! Расстреляли! Мы проводим такі акції незалежно від Євро, і будемо проводити і після Євро, і зараз, якщо у нас така нагода є, і багато журналістів, багато уваги до нашого суспільства, ми проводимо в час Євро, але це все пов'язано з футболом. Я тебе бачу по телевізору. Да ти що? А я тебе теж з телевізора смотрю, ти перед телевізором сидів. А ти яким? Спасибо. Я? Яким пока? Сейчас, а ты каким спортом? Теннис. А я бокс. Вау. У тебя нос, я вижу, как у боксера уже становится. Ну, синяков я вижу нету, значит, хорошо занимаешься. И самое главное, знаете что? Мечтать. Все из вас мечтают? Да. Кто кем мечтает стать? Молодцы! И нет ни одной мечты, которая бы не стала реальностью. Только для этого нужно очень сильно мечтать. И этого недостаточно. Нужно все делать для того, чтобы мечты сбывались. И знаете, самый главный секрет какой у меня был всегда. Нет, мой самый главный секрет, это нужно было кушать кашу кушать и маму с папой слушать. Все запомнили? Кашу кушать, маму с папой слушать. Хорошо, ну, теперь будем вручать призы всем тем, кто сегодня отличился. Считается за два. Ай-яй-яй-яй, она не только самая главная, она и сильная. Аплодисменты Алине! Ты все завидуешь, что Алина выиграла первое место, никто не хлопает. Самое главное, я уже говорю, всегда стремиться. Только лишь тот, кто стремится, тот всегда добьется. Потому что без борьбы, дети, победы чего? Правильно, никогда не бывает. Без борьбы победы не бывает. Так, а теперь 3-4. Фотографии на память, каждый участник получит сувениры. Куда? На память о сегодняшнем дне. Говорим, что сыр. Сыр! Ура! Не, а украинцы что говорят? Чии! Сало! 3-4! Сало!